привет! С вами команда BFC, и это наш летний турнир BFC Summer Cup прямо на берегу Минского моря. Сегодня вас ждут крутые поединки, классная музыка, различные зоны активности от наших партнеров, мастер-классы, фотозоны и то, чего все так долго ждали – кастинг Ring Girls. Поздравляем тебя не только с сегодняшней победой. Мы знаем, ты недавно женился. Это крутое начало. Ты создал семью, и сразу победы посыпались в ваш очаг. Расскажи, каково было боксировать с таким неформальным, неудобным бойцом, выходцем из ММА Александром Синьковым? Ну, действительно, было крайне неудобно. Очень манила его нога, потому что, ну, в связи, видимо, со спецификой ММА он широко стоял, соответственно, отдавал ногу под лоу-кик. И, можно сказать, это даже и со мной сыграло роковую ошибку, потому что я забыл про все остальное. То есть мне хотелось просто туда, как по Макеларе, бить. Вот, и, ну, и он действительно непонятно, ну, реально было мне неудобно, но мы бойцы, мы вышли в ринг, и мы приспосабливаемся, и поэтому это отличный опыт для меня. Его удары летели просто отовсюду, вообще непонятно откуда, и порой ты пропускал. Как удалось выстоять? Да как, что? Всегда. А когда не стояли? Спасибо, молодец. Увидимся 9 сентября в Прайм-холле. Спасибо. Буду рад участвовать снова на BFC. Круто. Ну что, Максим Анатольевич, подведите итоги. Я считаю, что BFC Summer Cup прошел на ура. Главный бой вечера не оставил никого равнодушным. Мы, конечно же, готовимся к 9 сентября. Ребят, я думаю, что вы отлично с нами окунулись в лето. А теперь и нам пора тоже уйти в закат. Не поминайте лихом, все было очень круто. Отдай микрофон.
Вечер!